В преддверии праздника мы вышли на улицы города и узнали у видновчан, как бы они поздравили своих любимых женщин. А у виновниц торжества поинтересовались, что они больше всего ждут от главного весеннего праздника. Какое поздравление от мужчин вы ждете на 8 марта? Ой, самое главное, чтобы не забывали о том, что у них есть женщины. Ну, вниманием своим, добрым словом, цветами. На праздник бы я хотела получить приглашение в театр. Ну, если подумать, ну, можно, наверное, на какой-нибудь концерт. Веселый. И много цветов. С утра пришел, поцеловал в щечку, поздравил с 8 марта и подарил скромный букет цветов. Больше ничего не надо. Можно и без подарка. Просто отношения хорошие, теплые, мужа к жене. Ну, в первую очередь, конечно, цветы. Ну, хотелось бы духи хорошие. Ну, когда они в гости приезжают поедеть, для меня большой подарок. Ну, а идеальный праздник 8 марта для вас какой? Ой, чтобы солнышко светило, чтобы цветы вот на улице даже мужчины дарили. Как бы вы хотели организовать праздник 8 марта для своих любимых женщин? Наверное, я бы написал просто поздравительные открытки и пожелал бы всем счастья и здоровья во всем. Подарить цветы, как обычно, и пригласить куда-нибудь в кафе, в ресторан, может быть. А как вы готовите праздник для них? Это секретная информация. Красивый банкет или ужин, там, чтобы цветы подарить, там, подарки, да, внимание, ну, по дому помочь. Обязательно, конечно, надо цветы купить. Мне две женщины еще, и тещу надо поздравить. Так что... Ну, здоровья, конечно, счастья, успехов во всем, в нашем хорошем государстве. Сводил бы куда-нибудь, может, театр, что ли. Хорошие цветы подарил бы, как положено, поздравил бы. Может, и в ресторан даже пригласил, если, конечно, захотели бы. Ну, я думаю, что подарок жене понравится. Вот. Не будете пока раскрывать секрет? Нет, пока не буду. Если жена увидит это интервью, она будет знать, это уже неинтересно для нее будет.